Следующий город у нас какой? Ужгород. 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 Ехать 1-2 минуты. Ой, вообще класс. А мы там сразу селимся, да? Да, мы заедем там в администрацию, заберем ключи. Угу. В администрацию президента? Ну, администрацию. Как минимум. Агентство. Угу. И там возьмем ключи. А если мы... А, не, ну мы уже не успеваем. Уже придется взять ключи, самим все открывать. Они все расскажут, где шо, как, что. Там еще не знаю. Сегодня надо будет напомнить вечером, если в состоянии будем, или я завтра с утра забронирую во Львове. Только надо решить, на один день или на два. Окей. Окей? Да. Ну все, кушайте, кушайте. Поехали. Что это? Давай, кто падает?
Ой, тут полочки есть даже. Телевизор. Ой. Там полочка. И тут полочка. Я встала двух этажей. Да, мы, наверное, будем наоборот спать. Что тут будет жарко, Лена тут не сможет спать. Мы с Ириной еще тут поспим. Хотя, фиг его знает, форточка наверху, наоборот, сюда будет, может, забывать. Смотрите, смотрите. Тут какие-то ковёрсики. Ага. Смотрите, что там? Что там? А там пусто. Там пусто. Выросла капуста. Угу. А там выросла капуста. Я вообще не стою ночью. Я в 7 утра, правда, просыпаюсь. Диван же он раздвигается, правильно? А, да, по идее. Как-то он должен. Тут он вентилятор. Может, мы внизу ляжем, а их наверх? Что это? Как этот диван, Ленчик? Нет, вот не нужно с кем спать. Ну что, мы идем? Следующая точка. Это уже какой город по счету у нас? Седьмой. Первый был у нас что? Черновцы мы приехали. Потом Хатын, потом Каменец-Подольский, потом Яремча. Буковели были, Ворохти были. Ты считаешь? Ворохти не были. Ворохти были, где мосты? Берегово. И сейчас Ужгород. Ну пошлите. Мы хорошо Опа. Там, кстати, вот тут мост. Там 7 или 60 гривен. Пачка грибная 50 гривен. Раз, два, три. Шашлык свиной 50 гривен 100 грамм. Так что очень даже какие цены у нас там Thank you.
Че, че? А? Не. Она тебе надо. Паприка. Вот. Класс. Паприка везде, видишь? Это для Вики как раз. Добро. Да, давай посмотрим, посмотри, как тут внутри. Что внутри? Угу. Ну тут жарковато, да, блин. Тут вот прохладнее. Но тут такое более... Рыста. Тут вот неплохо. Ай. Как тут? Тоже прохладно. Да, да, да. Пойдем, ну посмотреть, надо было или не надо было? Там на скольких человек столики? Да, у меня такой год. Тут есть на четверых? А вы не поместитесь? Нет. Там, да. Мика, ну нам вниз тогда идти. Пошли вниз. Да. Да. Не, мы хотим. Мы на улицу хорошо. Пойдем. Пожалуйста. У вас так красиво, мы решили посмотреть здесь. Извини, можно сесть. Просто в туалет будете аж сюда бегать. Ничего, мы хотим. Ну что делать? Вы бегаетесь. Летний дождь. Летний дождь. Сумасшедший. Особенно после паленки вообще. А? После паленки. И двух бокалов пива. Дуже смачно. Смотри, мы идем в каком-то, знаешь, этот... фильм «Три мушкетера» снимали, да? Знаешь. Скрипит опять потертое седло. Бля, машины все портят. Смотри, а там вообще вот так. Вора, Тая. Смотри вот там. А. Ага. Смотри, мексиканец какой. Да. Вы уже закрываетесь, да? А. Что вы хотели поесть? Да не, мы так посмотреть, может, что-то... Ну, вот тут. Мы уже добираемся до машины. Дождь, видите, шел, машина вся мокрая. Мы под кафе сидели. Меня папа на руках нес. Фу, это капец был. Девочки, дождик прохладный? Нет, нет, теплый. Нам нормально. Мне плохо. Тебе плохо? Сейчас мы уже пойдем, тебе будет хорошо. Дождик уже закончится. На улице очень темно. Где там этот шоколад? Там, где порошок. Папочка мы... захотел сладкого. Сейчас уже будем идти в номер, ложиться спать. А, так, вот смотрите. Она выглядит очень много. Очень. Больше ничего не снимали. Не знаю.
Надо? Давай возьму еще лимон, завтра будет спасено. Да, посмотрю. Давай возьмем с собой, еще он будет тут валяться. Чтобы не нести потом. А если завтра захочешь, мы в любой момент спустимся. Все, мы уже идем в отель. Ну, наш дом. Там у нас соседи нормальные. Очень хорошие, кстати. Что так? Согрелась? Нормально. Да, нормально. Как мы быстро дошли. Да. Кстати, мы очень быстро дошли. Да, секунда и все. Мы реально туда так долго шли, обратно так быстро. А видите, как я вас привела? Ты вообще гид. Так зачем нам гид? Слушай, хотя я вообще таким кретинизмом страдаю, это по-гастическому. Вот наш маленький гид. Я вообще, я ничего не помню, откуда пришли, куда возвратились. Я ничего не помню. А тут я что-то так ориентир, такой пошматью. Да, вот тут мы уже в баре. В баре. И, кстати, у нас слышно эту музыку на балконе. Я даже не знаю, мы уснем или нет. Ну, это недолго, до 11 часов. Ну, в принципе, да. Прикольно сделали полочки. Прикольно. Мам, смотри. Это улица, типа, полочки. Они не открываются. Это полочки. Прикольно. Папа. Папа, пошли. Папа, послушай совет дочери. Дочери. Я посмотрел, так жарко в подвале. Там так жарко в этом подвале. О, ну, конечно, это же подвал. Поднимаемся в черном. Все, короче. Идем уже. Ты ноги не снимай. Не снимай. А? О, у нас второй этаж. Соседи отличные. У мамы, у мамы. Не нашел, я просто ключи от души не стал. Все. Вот это... Привет, сосед! Это тут вообще магазин. Слишком да нормально. Господи. Все, мы с папой спим. Вон там. Господи. Вот тут телевизор, прикиньте, тут еще светит. Вот светильник, можно... Вот это. Даже у меня лампочки вот этот время говорит. Все. И каждый, мне кажется, меняет. Ух ты. Короче, нормальный отель. Тут полочки. Спускаемся. Окей, подножки. Мне нравится первый этаж. Как? Нет, я на втором. У мамы тут будем спать. Короче, этот диван раскладывается. Ну, они же не могли, типа, как бы, ну, вы поняли. Не могли же сделать такой диван, чтобы спал там один человек, а другой на нем. А другой так сидел. Давай посмотрим, как папа будет раскладывать диван. Давай. Короче, сейчас наш папа будет раскладывать этот большой диван. Ну, он сейчас небольшой. Но, блин, мне нравится вот это вот фирма. Он прикольный. Мы с Аришей. Давайте, папа наш раскладывает. Раскладывайте, мистер. Вот, подушечки такие приличненькие.
Вот, одеялка. Кстати, у нас на втором этаже тоже есть такой же одеялка. Прикиньте, что за прикол. Тут одно полотенце было. Девочка, вы заметили, друга у вас есть? Да, но мы ее не будем спать в бельне. Так его можно поставить где-то там? Можете себе ее поставить. А что под ним? Его можно поставить только в сторону, будет вам наяривать. Короче, тут было, тут полотенце. Засада. Тут два полотенца, а там три. Прикиньте, что за прикол. Мы говорили, что надо четыре. А получилось пять. Все, мой папа складывает диван. Дочь, ну доставай. Ой, ты просто... Нет, это не так. Это вниз. А что оно зачем? Это ж не подушка. Да, это вниз. А вот это опускается. Там еще Пися. А мой папа до сих пор раскрывал. Ну, конечно, я секунду там. Вот, нормально, смотрите. Очень. Мне кажется, он больше, чем тот. Такой же. Такой же? Плюс нет. Мам, что-то здесь готовит. Готовит? Да, я разрушил, но постель. Постель смоет. Короче, наш вентилятор. Мы у вас украдем вентилятор, девочки. Давай, пап, идем к нам, будем перетаскивать вентилятик. Нет, подожди, перетаскивай. Мы его включили. Вон заборчик, чтобы не выпали какого-то. Друзья, это как нормально. Ну. А, вон есть вентилятор. Вон розетка, да. Но... Ладно. Мы его прям сюда поставим. А зачем? Сейчас мы сюда свежий воздух набираем. Вот шоколадка. Засада. Ее надо было поставить в холодильник. Так кто у нас здесь такой мажор стеряша не поставил шоколадку в холодильник? Ой. Ставьте всегда шоколадки в холодильник. А то вам не останется ни одной шоколадки. Да? Окей. Да? 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 Дочь, хорошо. Он не папа. Погнали. Ты на 50% в папу и в маму. 50 на 50. Ты знаешь это? Да. Такая же чуча. Вот, посмотри на это. Ну, посмотри, она лежит колбасу вилкой. Ну, это что, нормально? Вика пытается подключиться. Да, я, наверное, маленькую букву набирала первую, он не хочет. Ну, конечно, большой. Конечно, маленький не хочет, но большой. Да. Да? Чё ты режешь, девочка? Уже поздно, уже... Посмотри на своего папу. Да, и что? Сидит на диване. Пап, пошли в нашу комнату? Пап, пошли в нашу комнату? Я Wi-Fi подключаю маму, вот мама, мамин фон. Вот, подключил. Rooms net you are. И мой подключи, хорошо? Конечно, и твой подключаю. Короче. Пол одиннадцатого. Ой, начало одиннадцатого. Что, где же ты? Начинается застолье. Винтик, комаровки. Телевизор. Что едите? Я ничего. А папа? Конечно. О, шучу. Гнем-няма. Завидуйте нам. Слюни, чтобы лились. Огурцы мои любимые. Вот, кстати, они... Дайте кушать. Пошли.
будете иметь возможность понять, как функционировали раньше люди. А вот нам надо, который вверх идет. Сейчас, следующий, подожди. Вот, сейчас в этот будем сходить. Давай ближе подойдем. Вот, тогда оставайся. Давай, Саша. Все. Обалдеть. Не, вот, это же, видишь? Это уже четвертый. Ну, это римские цифры. Это пятый. А, нет, до шести. Thank you.
Петр Первый. Аккуратней. А с бочкой виноградного. Угу. Аккуратней, говорю, там. Загадала? Тоже что раньше это был церковный дом, очень много полковников. Они не могут прочитать, они не могут рассмотреть дом. И чтобы они могли познакомиться с одним из наиболее известных архитектурных памятников, а мы его будем видеть сегодня. А тот, кто плохо видит или вообще слепой, он его не видит. То для таких людей сделали маленькую копию, чтобы он мог прощупать и примерно себе представить, как выглядит один из архитектурных изумрудов нашего города. Thank you.